Ту каменную ручку, поверни ее и толкни вниз. Спасибо тебе за помощь, Волпе. Буна фортуна. Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Паци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорее бы домой рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Мерда, дверь. Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. А говорили, что будет легко. Говорил, тебе не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог.
Сансоне! Я вернусь со стражей! Да, да, кажется, они отстали. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniet semper. Grazie, padre. Bernardo? Все здесь. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, Папа Римский дал свое согласие? Он благословил нас, но с условием, чтобы никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы. Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопа? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупые, чтобы что-то заметить. Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молтобене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Смотри, точно такая же статуя была на вилле Аудитора. Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Я знаю, где и когда будет Франческо, но... В чем дело? Я кое-что узнал. У них есть оружие, которого хватит на целый гарнизон. Их поддержал даже Папа Римский. Это очень похоже на него, но... Что они задумали, черт возьми?
Подробности я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдет туда на мессу. Как и все жители Флоренции. Они собираются сделать это прямо во время мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев. Если им удастся. Если мы потеряем Лоренцо, и Флоренция окажется в руках Пацци. Этого не произойдет. Обещаю. Надеюсь, что ты прав. Если ты думаешь, что Боно, здесь, далеко значит, он не видал. Значит, совсем нет мозгов. Приносите больных и раненых. Марка извещает всех о том, что у него самая свежая рыба и самые низкие цены в городе. Вот он, бейте его! Я его достану! Он не уйдет! Стало известно о том, что некие юноши ради забавы лазают по крышам. Это не преступление, но учтите, что забава кончится, когда кто-нибудь разобьет. Синьоре объявил конкурс на постройку нового здания. Просит подавать заявки Гонфаланьеру. Что за дьявол у вас вселился? Напоминает всем добрым христианам о долге милосердия. По жертву не можно оставлять ухода в фавор, не трогай росписи на стенах. А когда твои люди будут красить крышу, постарайся, чтобы не пострадали реликвии наверху, в лантерне. Они очень ценны для нашей церкви. Да, да, падре. Только не забудь заплатить нам за работу.